Итак, завтра погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Приближаясь с запада Европы, они продолжат поставлять влажные воздушные массы и принесут новые порции облаков и дождей. В субботу облачно. На большей части страны дожди. Влажность до 100%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный, умеренный, днем порывистый. По западу сильный порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать. Утром от 8 по северу до 11 по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от 9 градусов по Витебской области до 15 по Брестской и Гродненской. К вечеру от 11 по северо-востоку до 16 по юго-западу. В воскресенье облачно с прояснениями. По востоку страны небольшие дожди. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-западный, северный, умеренный, временами порывистый. Температура ночью 4-11, днем от 10 по северо-востоку до 18 по юго-западу. В начале следующей недели, благодаря скандинавскому антициклону, дожди прекратятся. Температура немного повысится. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.